Махмуд Ильячевич Аипов родился 12 июля 1920 года в селе Кирюшкино Саратовской губернии. Вместе с семьей переехал в Батраки, ныне город Октябрьск Самарской области. С ранних лет пошел работать в вагонное депо станции Октябрьск. В 1941 году его братья Михаил и Алексей ушли на фронт. Вскоре пришла похоронка на Михаила. Махмуд обратился в военкомат и тоже ушел на фронт. Он прошел всю войну. При взятии Берлина, прикрывая из пулемета атаку товарищей, был смертельно ранен. Но стрелял до тех пор, пока его товарищи не прорвались. 22 апреля 1945 года жизнь героя прервалась. Красноармеец Аипов громил врагов на полях Украины, Молдавии, в Польше и Берлине. На окраине Берлина уничтожил 27 фашистских солдат и офицеров. Истекая кровью, не допустил врагов. Эта цитата приведена из письма командиров матери Махмуда. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 31 мая 1945 года. Посмертно. В нашем городе есть улица имени Аипова. В вагонном депо станции Октябрьск стенд, посвященный жизни героя. Укреплена мемориальная доска. Школа номер 11 города Октябрьска носит его имя. В школьном музее стенд памяти Аипову. На лицевом ограждении школы интерактивная экспозиция, посвященная Махмуду Ильячевичу. Мы помним.